Всем привет, с вечера. У меня опять связь с космосом. Да. Не знаю, откуда это появилось у меня, но зато свет закрывает. Короче, не у всех сегодня день выдался успешным. Вчера гораздо все спокойнее ехали, сегодня люди начали агрессировать немного. И вот ребята, одни из тех, кто поцеловали стенку чуть-чуть. Выравнивают ее машину, выравнивают машину пикапом. Это кто там такой, а? Камчатский краб? Камчатский краб? Блядь, кулаки долетают просто. Произвольно, нахуй. Передай привет. Ребят, по всем заказам, если нужны морепродукты, вот к Лёхе. 54-й порог. Ладно, скорее. Времени нет, объясняю. Как новый? Вот как ни странно. По зазорам что там, ребят, нормально все? Так, да? По зазорам там немножко проходит айфон с другой стороны.